Новые жертвы той самой риэлторши, которая, чтобы выжить из своих квартир несговорчивых хозяев, подселяла к ним в квартиру мужчин-мигрантов. По рыночной стоимости наша квартира 6 миллионов 700 тысяч где-то стоит. А получается, что мы ей за 800 тысяч подарили трехкомнатную квартиру, которая 65 квадратных метров. Этим людям она грозит не мигрантами, а цыганами. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Живем в Нижнем».